Привет, мои дорогие зрители, с вами Элла Австралия. Я сейчас нахожусь в нашем секонд-хенде. И вы знаете что? Я только в него зашла и выключили музыку. Неужели мне получится снять вам видео? Потому что если только включат, все, кирдык. Смотрите, какая вышивка. Очень красивая, яркая, стоит $45. Сейчас пройдем, посмотрим, что здесь есть. Почем опиум для народа? Вообще внутри ни одного человека, я не знаю, они еще не закрылись. Что тут происходит? Или потому что на улице дождь? Кисенок красивый. Ой, чуть не разбила, чуть ушки киски не отвалила. А то пришлось бы убегать с секонд-хенда, чтобы не платить. Шучу я, конечно, ребят. Ложка с вилкой гигантские стоят $30. Здесь какая-то коробочка. Может быть, пустая или нет. Ну-ка, сейчас посмотрим. Но нет, смотрите, здесь какой-то набор. Что это такое? Возможно, это современные. Ой, какие они легкие. Легкие это значит дешевые. Вообще подозрение, что эта коробка даже стоит дороже, чем сами ложки. Возможно, это не оригинал. Да что ж это такое? Музыку включают. Сколько? Куколка $15. А это какая? Просто как невеста. Ой, вообще чудесная. А одежда у нее? А туфельки? Лапочки? А это кисенок инвалидный. Чё ж ты с ним? Перекосила кисю на все стороны. Доляр стоит кисятина. Посеребренные рюмочки $10 в количестве 6 штук. Вещь хорошая. Это называется дорстопа. Сделан петушок из чугуна. Это ставится по двери, чтобы двери не хлопали. Сколько он там стоит? $6. Очень жалко, что здесь эту красоту разбили. Вот кусочки лежат. Здесь сладкая парочка. Но вы знаете, я вам хочу сказать, это не немецкие. Это японская подделка. И они стоят $5. Значит, пара $10. Вот здесь такие петушочки красивые. Вот этот $6 стоит. Из керамики. С вазы посмотрела, это итальянские, и у них нет цены. Вот это очень необычный кувшин в форме уточки. Это тоже в Италии сделано. И этот кувшин стоит $20, так что, наверное, где-то цена одинаковая. Здесь английские старинные супницы. $30. Одна и $30 вторая. На входе здесь шикарный, огромный Дедушка Мороз. Он, наверное, больше 2 метров. Он вас встречает и говорит, чтобы вы санитайзер поставили.
Здесь продают бижутерию. $2 штучка. И я посмотрела, вот здесь один мешок с бижутерией. Ну, он какой-то весь выпотрошенный. Его видно, что кто-то открывал и потом обратно запечатали. Так что тут уже все перебрали. Так что вот все, что вы здесь видите, это браслеты и бусы по $2. Ну, я ничего интересного не вижу здесь. Разобрали все. Очень много новых вещей продают. Потому что не люди, а заводы отдают на благотворительность. Они, значит, вот это вот все отдают, а потом на таксу это списывают. Вот Пура Папа — это очень хороший австралийский крем, сделан в Австралии. Вот это вот все новое. И шампуни, и санитайзеры, и подушки. А вот это вот что тут, $12. Маск. Майка прямого. Подушки почем? $16. Это которые Memory Form. Ну вот я сколько пробовала на них спать, у меня не могу. Для меня неудобные. Сумки я уже посмотрела. Нету ничего интересного. Привет, солнышки мои. Это я там. Это я. А это современный. Я думала, может, антикварный. Видите, $22. Очень-очень тяжелый. Здесь щетка. Но это посеребрение у него. $22. И расческа вот какая красивая. Стоит $20. Blue Willow, сделана в Японии. Это современная. $22 и сделано в Японии. Тоже это современная. Это фигурка. Видите, это тоже современная, прости господи. Сделана в Тайване. Стоит $5. Это все подделки. Очень красивая пепельница. И здесь, знаете, что не пишут тоже цену. И вот это стекло называется Frosted Glass. Вот оно. Это голубок. Очень необычное. И не пишут, где это сделано. Нет цены, значит, бесценная. Наверху стоят такие красивые фигуры. Это просто обалдеть. Конечно, они не на продажу. Какая одежда у них? Вообще просто шикарные, шикарные. Знаете, что я здесь себе очки взяла? Вот новые очки по $3.50. Я себе выбрала вот такие. И прекрасно подходят. Это, знаете, у меня, наверное, 10 очков, и они везде по дому раскиданы, потому что никогда не знаешь, когда они тебе понадобятся. Один раз, знаете, что сделала? Я вам рассказывала. Бегала по дому, искала очки. Нету очков. Сквозь землю провалились. Я, знаете, что? Где они были? Они были на голове. И не одни, а две пары.
Ужас какой-то, я бы так их и не нашла. Мимо зеркала проходила и увидела. Кошмар какой-то.